Здравствуйте, Анжан, на канале Видео Кукинг. Сегодня у меня обзор электрической мультипечи от GF Grill Pizza Grill. Как вы поняли из названия, этот прибор предназначен в первую очередь для приготовления пиццы. Но я приготовлю на этом приборе фаршированные рулетики из цукини, а фаршировать я буду курицей, морковью, рисом, луком. Кроме того, мне потребуется чеснок, зелень, томатная паста, соевый соус, масло, приправа. Приступаю к приготовлению. Лук, чеснок измельчаю. Разогреваю масло и обжариваю вместе с морковью. Также добавляю еще зелень, петрушки, укропа. Добавляем томатную пасту, соевый соус или соль, приправы. Здесь красный перец, куркума. Еще пару минут обжариваем. Все готово. Перекладываю в миску, чтобы слегка остыло. Смешиваю с рисом. Рис у меня отварной, слегка недоварен. Все буду пропускать через мясорубку. И куриное филе. Начинка готова. Нарезаю тоненько цукини. Итак, все подготовила. Теперь подготавливаю мультипечь. Влажной тряпочкой протираю. Поскольку буду использовать первый раз, поэтому смазываю немного маслом. Ставлю на 195 градусов. Пока мультипечь прогревается, посыплю цукини с солью и перцем. Проверяю, нагрелся, нет. Да, шипит. Мне нужно цукини не запечь, но надо сделать так, чтобы они стали податливыми, эластичными. Поэтому я их как бы прогреваю. Смотри, какой он. Да, податливый, все готово. Очень удобно, что две большие жарочные поверхности. Две большие сковороды. Пока выключаю. Начинаю.
Снова включаю мультипечь. Режим включаю на 180 градусов. Загорелась зеленая лампочка. Прибор готов к работе. Слегка вливаем маслом, так как для цукини нужно, чтобы немного запеклись. Вообще здесь можно и блины испечь. И пироги. Блины вообще быстро, две поверхности рабочие. Большие, красивые блины, пироги, булочки. Так, выкладываем. Большая поверхность, гостей, большую семью накормить. Раз, два, готово. Ну что, закрываю и буду выпекать. Итак, прошло у меня 7 минут. Блюдо практически готово. Во время жарки нужно перевернуть раз. Ароматно. Готовится очень быстро. Рулетики готовы, снимаю пробу. Сочно. Все готово. Блюдо готовится очень быстро. Осталось протереть салфетками мультипечь. Поверхность антипригарная, поэтому практически ничего не пригорело. Салфеток и реально чисто. С вами была Жанна и электрическая мультипечь ГФБ 1500 пицца-гриль. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, готовьте, комментируйте. До новых встреч!